Так, ребята, всем привет, с вами Крэш, и мы с вами будем делать супер-мега-пупер хрень. О чем мы собрались сделать? Ребята, мы собрались сделать тест одна валькирия против 100 варваров. И для этого я в мою студию пригласил одного известного чувака, его зовут Базя Гейм. Базя Гейм, вам слово. Всем привет, ребята, да, с вами я, Базя. Вместе с Павликом мы будем делать этот тест. Мы его не сами придумали. Мы увидели, что есть такой ютубер, который зовут Арман. Он это делал в Clash of Clans. Видео очень здорово у него попёрло. Это вообще идея прикольная. Ни у кого такой не было. Но это же был Clash of Clans. Многие сейчас перестали в неё играть. И мы решили это сделать в Clash Royale. Если вам нравится эта идея, вы можете нас поддержать. Мы не говорим, что мы сами придумали, чтобы не показаться каким-то бояром. Мы вам честно говорим, что мы увидели. Но это не было в Clash Royale. Всё, так что... всё, хватит предисловия. Да, ребята, ну в Clash of Clans Валькирия убивает одним ударом толпу варваров. И они даже не успевают ударить, а... А в Clash Royale, к сожалению, валькирия варваров хрен с одного удара убьет. Но мы посмотрим, мы будем использовать заморозку, ярость, всякое такое, всякую дичь такую, короче. Ну что, ты готов? Я тебя бой, если кину. Да, готов. Давайте, ребята, кидаю базе, как его там зовут, бой. Базе, лови. Так, у чувака ник у нас в клане, ты, и пишет, чувак, ты... Базя, привет. Я думаю, что за хрень, так, как я мог сам себе написать. В общем, ребята, вы напишите в комментариях, сколько одна валька сможет убить этих, как там, варваров. Чувак, коллектор уже поставил. У тебя шах... ты ж кусок этого чувака, у которого шахтер. Точно. Все супер, мы сейчас сносим боковые башенки, а потом... Обалдеть, ты смотри, как мои гоблины напинали. Ой, а что-то ты еще больше нахреначил. Ну, тогда я пускаю армейку варваров сюда. И они спокойно сейчас разберутся с твоей вышечкой. У нас будет столько места для теста. Я постараюсь до хрена сейчас коллекторов. Я не знаю, нападет столько варваров, что тебе придется очень плотно держаться. Ой, мои варвары сейчас не только вышку твою запинают. Паш, что они такие сильные? Ну, ты, блин, раскормил этих. Зачем ты гоблинов поставил? Павлик, ты мой коллектор забил. А зачем ты гоблинов сейчас поставил? Так, ладно, да, ребята, хижин. Сейчас база наспамит себе хижин и этих, как их зовут? Ну, всяких хреней. Как зовут этих? А, коллекторов. Коллекторов? Да. А я тоже коллектор. Давай мы будем идти по правой стороне, понял? А зачем тебе коллекторы, Паш? Тебе нужна заморозка и валька. Ну, а заморозок же, чтобы побольше пускать. Хорошо. Ребята, так, сейчас общем... базис. Смотри, коллекторы, коллекторы на левую сторону лучше ставь, а хижины на правую. Ну, у меня левая там, где ты сейчас сказал. А куда мне гоблинов сбрасывать, я не пойму. Так, а больше никуда не сбрасывай. Пускай они будут у тебя под рукой. Так, все, теперь я начинаю расставлять коллекторы. Так, а зачем мне под рукой гоблины? Паша, блин, дефайся. Моих варваров, я не знаю, ты поставил варвары. Что-то хижину я рано поставил. Блин, Павлик, короче, мы как-то затопили, колода получилась не очень, потому что... Ага, да, что-то типа... У тебя зеркало хоть есть? Конечно. Ты смотри, на тебя бежит оралка. Ты подожди, ты не спам к хижине, ты пока коллекторы ставь. Так я в коллекторы и ставлю, Паш. Такс. Видел, как он по земле вылез просто на одном месте? Так, все, ярость понеслась, теперь коллектора, у меня уже есть 4 штуки. Ставь их 5 штук где-то, а потом начинай. Нет, сейчас еще, подожди, еще один круг сделаю, вот таким вот образом. Бах, подожди, кидай сейчас ярость. Так, Паш, смотри, все понеслась, сейчас кидай еще 2 коллектора, и мы начинаем. Вот смотри, шахтер почему-то, когда его противник кидает, он жестко разносит, а когда я шахтером играю, он его убивает басня вообще за... Паш, то же самое гончи. Все, Паш, я начинаю спамить. Давай. Смотри, подожди. Опля. Я кидаю сейчас ярость. Стоп, и что, теперь... я рано валькирию поставил, да? Нет, нормально ты валькирию поставил, потому что ей сейчас будет трындец. Я не знаю, сколько она выдержит, потому что... Да она выдержит варваров 6, блин, ну все, в принципе. Так, смотрим. Все, варвары ее уже... Уже 2 варвара ее убили. Заморозку кинь. Ее уже 2 варвара убили. Это что за говно, брат? Давай поставим, я не знаю. Это говно какое-то.
Давай, я кидаю Валькирию и фриз. Давай. Кидай, кидай, кидай. Фриз, фриз. Все, вот. Валькирия. Валькирия под башней, под заморозкой, под яростью ничего не может сделать. Ребята. Смотри, сколько варваров. Ты посмотри, сколько варваров. Ребята, ну как вы понимаете, это был тест. Это не было направлено на то, что мы сейчас... Вау, сколько варваров. Да, не было, короче, направлено на то, что Валькирия прям убьет 100 варваров. Она и 4 не убьет. Ребята, ну зато мы нашли другую штуку прикольную. Посмотрите, сколько варваров. Я не знаю, что, будем еще раз пробовать или пойдет? Ну... Ну а что пробовать? Давай просто дружеский поединок сыграем, чтобы ребятки посмотрели. А? Кидай, и что, какую колоду буду брать? Давай, ты собирай свою колоду, а я свою. Ну давай, я уже собрал. И я, ты готов? Да. Только у Колумбуса не принимай там ничего. Да там уже ты, чувак, принял. Да, дорогие подписчики, мы надеялись, что там будет реально грандиозно, по типу как у Армана, что они прям умирали, она такая как как Терминатор стояла, это было реально прикольно. А вышло говно какое-то, короче. Да, у нас не получилось, вы не обижайтесь, пожалуйста, нам самим немножко грустно от этого. Но довольно-таки сейчас можно пофаниться чуть-чуть. Довольно получилось прикольно. То, что Валька шла и много варваров, эпик фейл какой-то получился. Вот. Ой, что-то мне базе снес уже 500 хп, блин, засранка. Это Кургига. Красавчик. Настоящий, да, красавчик? Так, я даже не знаю, что против базы делать, у меня ничего нету. Вообще ничего нету? Конечно, у меня ж моя колода. Ребята, ну это дружеский поединок, я надеюсь, мы минут за 10 справимся против друг друга. Так, что там придумал? Ой. Ой, ой. Ой. Твои бед... А, ты с гончей? Не, я гончу давно убрал с колоды. У меня гончей нету вообще. Да, а что у тебя есть? Говно у меня одно. Блин, вот понятно. Что делать? У тебя 4 уровня. А, это здесь он 4. Че, Валька такая жирная, мои миньоны не справляются с ней. Нормально. Заморозил. Ребята, это топовая заморозка. Если бы не были кривые руки, было то, может быть, чем-нибудь бы, да, и получилось. Да. Ребята, я, видите, я не могу свою связку как-нибудь нормально сделать, ну, вы понимаете, да? У него круги, потому что как только приходит, то мне ничего не остается. Смотри, я еще крутую связку тебе покажу. Покажи, покажи. Че, ну ты пиндун. Вообще просто запинделся. Смотри, дровосек как пинает. Да пошел он, знаешь куда. Так, ребята, ну я надеюсь, мы отдефаемся сейчас. Надеюсь. Надеемся. Как-нибудь. Так, что у него есть? У него есть спа. Паш, смотри, как обидно. Ой, ты засрань, там 10 мух было. 10 мух убийц. Не, если бы не эти стрелы, то ты вышку бы лишился. Но у тебя есть эти стрелы. Если бы не стрелы, если бы не кривые руки, если. Ну много всяких таких отмазок есть прикольных, я знаю. Да, да, да. А теперь понеслась, смотри, дровосек просто уничтожает. Да, ребята. Это, понимаете, просто у меня не подходит моя связка под этот бой. Она не под какой, Паш, не под... Так, ребята, база сейчас в жопе, вы видите. У него уже надежда пропадает. О, конец боя, не успел он, короче, узнать кару Господню. Так, ребята, ну, у нас еще осталась минута, чтобы видео 10 минут длилось. Поэтому, ребята, хотим посоветовать нам мою группу. О, давайте откроем сундук серебряный на всякий случай. Что с него выпадет? Опять легендарка? Нет, говно какое-то. Да, ребята, заходите в мою группу, ссылки в описании, или ВКонтакте мне пишите, или в группу. Заходите, там есть вкладка общения, там что-нибудь можете написать, спросить там. Или еще что-нибудь. Да, ребята, а сам прикол моей группы, вы можете там оставить грустные истории. Веселые истории, но эти истории про Clash Royale. То есть там шел по улице, нашел 500 рублей, задонатил их и купил супер магический сундук там.
Ну, только в долг еще 4000 взял. Ну, короче, такие истории. Но с вами был Базя, с вами был Крэш. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надо было это говорить в начале видео. Ну, и всем, короче, пока. Дорогие подписчики, всем пока-пока. Ну, мои подписчики, какие они дорогие. Они тебе не подписчики. Да, ребят, всем пока.